Убийство, растраты бюджетных денег, коррупционная схема. Начало марта вынесло наружу громкий скандал вокруг одной из самых серьезных строек страны. Уже прошли аресты, первые подозреваемые заключены в СИЗО. Вот только горькая ирония в том, что все они именно СИЗО и строили. Главный следственный изолятор Петербурга в народе всегда еще при царях называли просто кресты. Нехорошая слава о крестах давно ушла гулять по стране, потому что это самая большая и одна из самых мрачных тюрем России. Тесная, старая, с кучей тяжелых легенд и историй про известных сидельцев. Но главный минус крестов в том, что за полтора века город так разросся, что оказались они буквально в центре северной столицы. И потому 10 лет назад под Петербургом начали строить новую тюрьму «Кресты-2». Снова самую большую, но на этот раз самую образцовую. Современную, комфортную, с какими-то новыми нормами содержания, которых в России до сих пор не было. Но нет, увы, в России таких больших строек, где бы ни крутились люди и фирмы с одним желанием украсть побольше бюджетных денег. И новые кресты исключением не стали. А ведь, казалось бы, сам объект с камерами и колючей проволокой мог стать строгим напоминанием. Ну не воруй. Сейчас поговаривают, что построили ее так, что теперь можно здесь пальцем стенки ломать. Так это или нет, мы с вами еще точно не знаем. Но почему воровали даже люди в погонах в СИН и кто начал убирать свидетелей, вот об этом необходимо разобраться. Эксклюзивные подробности в специальном расследовании Анатолия Майорова. Крестами в Петербурге с самого начала все не слава богу. Какой-то мистический злой рок преследует их авторов. В 19 веке приехал в Петербург чех Антонио Томишко. Построил комплекс на Арсенальной набережной, а потом его здесь же и замуровали. Спустя 120 лет решили строить кресты-2. Один уже убит, еще двое уже на тюремных нарах. Но если первая история легенда, то вторая внезапная, реальная, долгоиграющая. Мы сейчас с вами окажемся на первом этаже 4-го отделения. Тюрьму крестами чех Томишко придумал для душевной и практической пользы арестантов. При такой форме корпусов, по мысли автора, солнце днем увидит во всех камерах, а узники заодно освободятся от грехов. В наши дни сидеть в крестах значит креститься, а все здесь крестные. Криминальное сообщество виртуозно подхватило идею зодчего. Но лучи солнца уже давно не интересны. Дефицит в другом. В первую очередь, это площади, те, которые позволяют достаточно свободно разместить лиц содержащихся. Это типичная камера арестанта конца 19 века. Стол, табуретка, железная кровать, отхожее место. Тюрьма Кресты строилась именно под одиночное содержание арестованных. Но все изменили лихие 90-е. Сейчас мы попадаем в камеру, в которой содержались подследственные в конце 20 века. Уже 8 кроватей, несколько ярусов. Первый, второй, третий, четвертый. Спали прямо на полу. Такого беспредела сейчас сотрудники ФСИН, конечно, не допускают. Норма на каждого подследственного 4 квадратных метра. То есть максимум 2 человека в камере. Но парадокс в том, что если суд направит человека в кресты, то ФСИН ему отказать не сможет. Может, Слава сейчас смотрит как раз. Бизнесмен, шоумен и просто скандалист Станислав Борецкий в старые кресты ходит как на работу. Приносит передачки. Там сейчас ждет приговора друг Слава Дацик. Там же еще несколько товарищей. Там же прошла и молодость самого Борецкого. Крестился он в те самые 90-е. Впечатлений на всю жизнь. Кресты в ужасном состоянии, на самом деле. Я там сидел, я знаю. Там вода грязная, там канализацию последний раз при Столыпине. Там реально желтая вода идет. Новую жизнь с водой естественного цвета, большими камерами, лифтом и спортзалом арестантам пообещали еще в 2007-м. Место для вторых крестов на замену первым, правда, выбрали вдали от людей и жизни в принципе. Но обиделись порядочные узники даже не на кладбище вместо набережной. 10 лет прошло, а за новый изолятор так никто и не ответил. Кинули, естественно, пацанов. Пацаны ждали въехать в новые эти самые апартаменты, а тут такая х**ть случилась. То, что не смог литературно сформулировать Борецкий, звучит довольно просто. Долгострой. Со всеми отягчающими. Растратой, хищением, присвоением, незаконным обогащением. Все эти подвиги 10 лет, как считает следствие, совершал последователь чеха Антонио Томишко. Главный застройщик «Крестов-2» Кудрин.
денежные средства в сумме более 56 миллионов рублей присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Задержали его как раз накануне перелета в США, где застройщик планировал встретить свою старость. Начиная с 2006 года, его стройка дорожала как минимум 4 раза. С 4 миллиардов в 2006 до 12 миллиардов в 2015. Кудрин требовал добавки из бюджета, изображал бурную работу на объекте, но не любил вопрос, когда достроят изолятор. Периодически, правда, устраивал пресс-туры по крестам, которые вот-вот достроят. Сам, кстати, лишь однажды попал в кадр, как будто уже тогда знал, чем это закончится. Когда здесь проходили обыски? Обыски проходили с пятницы на субботу в ночь. В офисе фирмы ГСК, которой Кудрин руководил, привыкают к новым реалиям строительного бизнеса. Без таблички у кабинета любимого начальника и с четким пониманием того, что сесть сегодня можно даже за такую мелочь. Почему такая, в общем-то, ну, небольшая в сравнении с общей суммой цифра стала причиной задержания? И это поворот. Деньги, которые обычным людям не заработать и за всю жизнь, бизнесмены за сдачу не считают. Здесь нужно пояснить, что компания эта уважаемая с именем. Строила много статусных городских объектов. И тут кресты какие-то. Реальные сроки можете назвать? Я реальные сроки назвать, к сожалению, не могу. А сколько раз переносился вот эксплуатацию этого объекта? Ну, тоже не могу сказать. Сроки здесь срывали минимум 4 раза. И это, конечно, не конец. Сейчас на стройке подозрительное обновление всего рабочего состава. Высококвалифицированные и стеснительные кадры из Узбекистана. Он по-русски не знает. Молчаливые бригады с юга нашей родины. А чего вы боитесь общаться? Я просто снимаю камеру, рабочий фон не снимает. Все это под присмотром людей в погонах и с оружием. У вас есть разрешение на репортаж? Конечно. И под бдительным контролем старших, одетых по гражданке. Мы к ним отношения абсолютно не имеем. Это другая контора ведет работу. На своем объекте господин Кудрин сплел настоящую паутину из компаний субподрядчиков. Известно минимум о 150 фирмах. Зачем? Да все очень просто. А ЧПВ по чуть-чуть, от каждого контракта можно, в принципе, оставаться незамеченным. Кстати, еще одна история. Дорога, по которой я сейчас иду, должна была связать шоссе с следственным изолятором. Но строители почему-то остановились прямо напротив местного туалета дачников. Дальше еще метров 700-800, а то и 1000. Ну что там, командир, нормально идет процесс? Нормально. Трубы-то новые закладываете или как обычно? Стас Борецкий здесь, конечно же, в авторитете. Даже в экскаватор сесть позволили. Но такие вопросы – нехорошая примета. Несколько месяцев назад примерно этим же интересовался аудитор ФСИН, подполковник Николай Чернов. Он отказался подписать акт на несколько сотен миллионов и получил за это 9 пуль. А теперь самое интересное. В причастности к убийству заподозрили его же босса, заместителя руководителя ФСИН Моисеенко. Вот он пару лет назад рассказывает, какими будут новые кресты. А вот уже в начале марта его выводят из суда в наручниках. Здесь уже такая ассоциация с лихими 90-ми. То есть идут бюджетные деньги. То есть те, кто в курсе и мешает, тех просто убивают. То, что малиновый пиджак Борецкого здесь, похоже, примерили все действующие лица, было известно еще задолго до посадок. Но почему-то об этом промолчали. Молчали, что песчаная подушка под комплексом в 3 раза тоньше и 100 миллионов куда-то испарились, что асфальта положили меньше, почти на 50 миллионов, что керамгранита на фасад не хватило на 9 миллионов. Нет, по бумагам все прошло отлично, а вот пару фур стройматериалов засосало в черную дыру. По системе безопасности очень много кабельной продукции. Люди могли просто нанести, резать эти кабели. И сегодня истинной картиной того, что там произошло, никто до конца не понимает. Человек в костюме – генеральный субподрядчик генерального подрядчика генерального заказчика. Цена этого гербария из промежуточных фирм – цирк на стройплощадке. Когда один компаньон бросает объект, потому что ему не доплатили, рабочие тащат кабель системы безопасности, в корпусах СИЗО рвет систему отопления, ее надо переделывать, а с дверей камер болгаркой срезают секретные замки. Где замки? Представьте себе, что эти 500 замков сейчас находятся неизвестно где. А ключи от оставшихся?
Вывез Петроинвест. То есть фактически все, все ключи замки он вывез. А замки остались. Замки или отсутствуют, или присутствуют замки, но без ключей. Но нет ключей. Да. Это факты. Большой секрет для маленькой компании, которая однажды решила построить новый изолятор, но параллельно строила коттеджи, больше напоминающие дворцы. Есть кто живой? Я не выйду, боятся. Это загородный дом Виктора Кудрина, где его и задержали по подозрению в растрате. Судя по фасаду с интерьером, бизнесмен любил ампир, колонны и бассейн, в который можно было попасть по теплому переходу, прямо в тапочках. Стас Борецкий домом вдохновился. И баня здесь хорошая наверняка. То есть вполне можно было бы разгрузить кресты. Вполне. Вот сюда, в этот дом. Всех свести. Было бы нормально. И ребятам было бы хорошо, они бы на свежем воздухе отдыхали бы. Впрочем, подробный план и личного имения, и вторых крестов уважаемые арестанты всегда могут уточнить у генподрядчика при личной встрече. Теперь они по одну сторону баррикад. Вполне вероятно, что в тесных камерах следственного изолятора бизнесмен вспомнит много новой, интересной информации. И как вторые кресты строили, и где искать, и кто еще собирается лететь в Майами. В крошечных камерах СИЗО время течет медленно, особенно если кровать не на первом ярусе и вообще не в подходящем для сна месте. Анатолий Майоров, Денис Костюк, Борис Кричевский, Алена Буровицкая, Евгений Косицын и Евгений Дидюля. Пятый канал.